Лайк! Подписка! Бубенцы! Пиши под этим видео столько комментариев, сколько новых хорроров ты хотел бы увидеть на канале. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Огромнейший привет, уважаемые друзья, зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Евгений, ну или Матрикс, если кому-то так удобнее, мы продолжаем проходить кошачий музей. Игрушка действительно неплоха, игрушка действительно интригует. В прошлой серии мы с вами нашли дохлую крысу и стали управляющим музеем, на секундочку. Посмотрите на эту прекрасную рисовку, если вы по какой-то причине не видели предыдущую серию, обязательно посмотрите ее в плейлисте. И обязательно заходите в наш телеграм. Телеграмчик. Там у нас вся информация о стримах. У нас там чатики. Тепленькое общение ламповое. Смотрим кинчики. А у меня кошачья волосня на усах, как обычно. И нам нужно в зал скульптур. Вангую, что игра сейчас немножечко подглючит. Не знаю, почему так происходит, но игра немножечко подглюкивает. Я думаю, что... она перестанет подглюкивать в тот момент, когда вы поставите свой лайкосик, ребят. А, да даже не сильно подглюкнуло. Это потому, что вы поставили лайкосик. Я серьезно говорю, смотрите, как это работает. Вы ставите лайкосик, и игра перестает глючить. Так, сейчас я сделаю, знаете что, сейчас на паузу поставлю и... Хотя нет, все хорошо. Нет, хорошо, в кадр хорошо пошел. Надо просто не сутулиться, надо привыкнуть не сутулиться, надо распрямить спину. Надо сесть ровно, надо подвинуть микрофон, надо вот... Так вот, прям, чтобы было хорошо. Отлично, вот так, блять, по-моему, какая-то слюня вылетела. Отлично, по-моему. Хули, старых зубов нету. Он покрыт густой темной жижей. Так это не жижа, это целлофан какой-то. А, сатир? О, что это? А ничего, что мы скульптуру ломаем? Это нормально? Так он живой. 751. Тебя кто замуровал, братишка? Вот изверги. Так, не должны делать люди. Так, 7. 5. 1. Это что-то про кунилингус, да, наверное? Шутки про кунилингус за 300. Начались. Все, смотрите, я пропал. Метатель диска, я не могу. Котеч такой. Балдеж. Ребят, балдеж. Так, я... смотри, оно живое. Я вангую, придется спрятаться сейчас опять от этого страшного монстра, который убегает. Не убегает, догоняет. О, скульптор, наверное. Спящая наверху женщина. Прекрасно. Одиночество, одиночество. Это и есть поэт, по всей видимости. Юное создание, как раз вовремя. У меня тут граммофон сломался, можешь его починить? Я, конечно, не граммофон-учинитель, но я постараюсь, правда? Эта штуковина на ладан дышит, но я нежно ее люблю. Давайте посмотрим. А, это граммофон? Козерог с отлично. В граммофоне не хватает иглы. Нужно ее заменить. А на дохлую крус пойдет? Не пойдет. На чесалку? Не пойдет. Ладно. А, серьезно? Нас так будет передергивать постоянно. Котенька. Ну давайте дадим котеньке мышку, потому что это логично. И чё? А, во как трава. Это будет иголка, да? Это будет та самая иголка для графомана, граммофона. Давайте попробуем. Красивым хвостиком играть, я такого не видел еще. Такого я не видел, такого, ребят, я еще не видел. Ах, чудесно, то, что надо для созерцания. Созерцание, созерцание. У вас, похоже, даже ноздри погрузились в созерцание. Говорят, ты ищешь некое чудо-яйцо. Надо подумать, надо подумать. Созерцание, созерцание. Вот бы залезть в его голову и самому поискать ответ. А это мысль. Черт побери.
А он сейчас действительно залез ему в голову? А, вот они, созерцательные штуки. И что это? А, это руки нам машут, зовут, типа, давай залазь, залазь, братан. Так, и... А. А, подожди, так это типа... А, надо пазл составить. Сейчас, понял. Сейчас я понял. Сейчас я понял, а раньше не понимал. Все. Вот, ну, яйцо, да, на руке было такое. Вот оно. Привет. Это яйцо. Яйцекот. Да что ж творится в этой игре? Да, господи, ну правда. У меня ухо чешется. Это и есть то самое чудо-яйцо, верно? Прямо как отметка у меня на руке. Похоже, в нем заключена сильная магия. Оно связано с одной весьма важной жизнью. А? Созерцание, созерцание! Ах, скоро внизу подадут ужин. Мне и с ужином нужно помочь. У нас не хватает рук. Ужин подают в картинной галерее. Если поспешишь, успеешь вовремя. Ну ладно. Бля-бля-бля-бля-бля. Мяу. Картинная галерея. Прекрасно. Буньк. Котенька грустная. Что? Котенька, что случилось? Он не рассказывает. А здесь, смотри, здесь люди, а тут там кошки. Да, видите? А. А? Полосатая, белая, черно-белая. Понял. Нифига себе, прикольно. Полосатая, белая. Но она как не черно-белая, пятнистая. Ох ты, ничего себе. Это длиннокот? Куда ты выкинул? Зачем? Ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. А можно мне обратно к коту? Кот милее гораздо. Ты зачем выкинул ключ-то? Ну ты чё? Я понимаю, что это хреновое настроение. Зачем всем-то портишь? Да, даже кот подмяукивает у меня. Женщина вас перегнула. А вот что означает не перегибать палку. Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Я потихоньку никому... Чё за хуйня? Давай-давай-давай! Не... Блять, он не бежит ни хрена. Бежим, 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 бежим. А куда? Подожди, может быть, надо сначала сходить и проверить, куда можно спрятаться? И чё? А, можно всё зарисовать? А-а-а, нифига себе, я понял. Опа! Смотри, что! Вот это да! Сейчас мы тебя надурим, говно! Давай! Беги за мной! Беги за мной, Ишак! Беги! Беги, беги, беги! Гиби-гиби-гиби! Мальчик несет на спине разрисованную доску для рисования. А мальчик на нас прям похож, между прочим. Гиби-гиби-гиби-гиби-гиби! Гиби-гиби-гиби-гиби-гиби-гиби-гиби! И... Гиби-гиби-гиби-гиби-гиби-гиби! У него коленки в другую сторону. Лох! Ключ мы взяли. Это создание совершенно не похоже на то, что я видел минуту назад. Оно куда больше. Его глаза так быстро вертятся, что можно встретиться взглядом в любой момент. Непонятно, к чему это было сказано. Рисовочка просто огонь. Блин, у меня уже начинает потихоньку плавиться мозг. Не знаю, как... Ребят, напишите в комментариях, как вы реагируете на подобные игры.
Кстати, их немного. Я вот подобных игр вообще немного могу вспомнить. Чтобы вот такая вот была качественная рисовочка. Все это качественно, сюжетно было обрамлено. Так, ну теперь нам надо открыть дверь. С грустным котиком. Надо было кота, наверное, почесать. Он бы стал доволен тогда. Давайте я почешу. Не хочет. Оу. Папа, мама и циклоп? А как так получилось, что у папы два глаза, у мамы два глаза, а у мальчика один глаз? Интересно. У этой картины нет названия. Мяу. Какое странное совпадение. Действительно странно. Ой, титьки. А, ее как раз можно дернуть. Надеюсь, не за титьку. Свет погасили. Стало еще страшнее на самом деле. Я даже не знаю. Жутковато. Тихо. Кот такой, кот Наполеон. И лошадь такая. Вахуй. Так, что? Что это нахрен такое? Так, глаз две ладошки, треугольник четыре ладошки, круг три ладошки, два, три, четыре. И две ладошки. Так, я не запомнил на самом деле. Может, что надо прийти без, вернее, со светом? Очень странный запах. А, тут есть вот такая штука. Так тут не ладошки нужны. Подожди. Ой, я не посмотрел, что именно. Глаз, наверное, здесь был. Глаз, тут был треугольник, по-моему. А здесь круг. Да. Дэн. Опять арт-объект кунилингуса. Зачем нам приходится постоянно бегать? Так, ну давай, побежали. Мяу. Ага, все, беспрепятственный проход. Дитя мое, я уже думал, ты не придешь. Это Иисус! Смотрите, люди, это кушают русские. А почему вы решили, что это русские? Потому что с ними Бог. Впечатляет. Предлагаю поужинать яйцом с авокошки. Впечатляет это мемчик, который я сейчас рассказал. Польщен. Сам Иисус впечатлился. Яйцом с авокошки? Оно, наверное, дорогое. Да, но если не съедим его сейчас, оно испортится. Не беспокойся, я тебя перемещу. Прямо сейчас? Хренак и все. Не объясняю причин. Молодец. Совокошка, а? Вор! Что? Я? Сколько раз повторять? Он все еще жив. Подожди еще месяц. Нет, всего один день. Птенец вот-вот вылупится. Я это знаю, я чувствую его дыхание и сердцебиение. Мне лишь нужно приложить больше усилий. Я дай мне чуть больше времени. Мне кажется, это яйцо... О, нет, только не сейчас. Куда подевался этот маленький проказник? Если с ним что-то случится, мои двое детишек, бедные мои детки. У вас двое детей? Убежал. Стоило лишь мне отвлечься на яйцо, понятия не имею, где он. О нет, а если он выбрался наружу? О, но ведь его крылышки. А как же яйцо? Я должна высиживать яйцо. Это тоже мой малыш. Что же нам? Прошу, помоги, найди моего ребенка.
Он не мог далеко уйти. Да, знаю, я ужасная мать. Так, мне надо за кошкой идти? Мяу. Что такое? Думаешь, совенок здесь? Мяу. А, тут смотри, просто кошачьи лапы. А тут кошачьи лапки и птичьи лапки. Значит, нам сюда. Так, здесь у нас что? Листья конопли. Листья конопли? Заебись. Семечки. Шерсть. А это, наверное, перья. И какие-то камни. А, это, наверное, не серия, какие-то когти или что-то в этом роде. Ну смотри, по логике вещей, просто перья нет, просто когти может быть, просто шерсть нет, какие-то драгоценные камни, хуй его знает. Давайте по порядку пойдем. А, да? Я прям угадал? Хуяси. Извините, извините. Я вот сейчас вырвалась. Стараюсь не сквернословить. Так, непонятные вещи, какахи, какие-то непонятные штуки, блохи, наверное, камни, еще камни и грибы. Я выберу грибы. Я опять угадал, у него грибы на голове. Прикол. А, эта штука, это были перья вот эти вот. Я думаю, которые когти. Это не когти, это перышки у него, смотри. Такие разноцветные. А, вот ты где. Как ты сюда попал? Пойдем домой. Мама уже тебя обыскалась. Расплакалась, что не может найти. Вранье. Она бы не стала. Почему ты убежал? Твоя мама даже яйцо высидеть не в состоянии. Так переживает за тебя? Все равно вообще. Она ж просто нашла где-то это яйцо. В смысле? И мой тебе совет. Не лезь в чужие дела. Ну ладно, пойду я назад. Боже, какой милый, ласковый, но с характером. Пицца? Это что у него? А, это... Подожди, что это такое? Какая-то колонка, что ли, беспроводная? Или что? А, это Switch, ёпта, точно, это же Switch. Картишечки. Чилят, короче, ребята чилят. Подушек целая гора. Телек, а что-то телек прям перестал показывать, да? Это нагоняет у меня сонливость. Кот превратил это место в крепость. Но это огонь. Кот лениво лежит на куче подушек. А что мне надо сделать? А, его надо взять. Я понял. Прикольно. Ладно, ребята, хорошего чила. Погнали. Нам пора. Все, мамка домой зовет. Мамка заругала. Такая приколютина. Капец какой-то. Мяу. Управляющий Бука. Опять кошачья волосня. Ты мне все испортил, весь чил обломал, ну серьезно. Цыц, не груби. Спасибо, что привел его ко мне. Вот, возьми это яйцо. Это я во всем виновата. Думала, смогу его высидеть. Но чуть не потеряла самое главное в своей жизни. Я была слепа, даже о ребенке не позаботилась. Нужно научить малыша летать. Он же летает, как слепой летучий мышонок. Неправда. Эх, как же быстро они растут. Оглянуться не успеешь, как он уже покинет гнездышко. По всей видимости, это яйцо, возьми его. Ну давай, 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 я пытаюсь. Я пытаюсь, но ты меня перебиваешь. Спасибо большое. Скорее, отнеси его в планетарий и приготовь. Поспеши, пока она не передумала. Да, кстати, да. Потому что эти женщины, они такие непредсказуемые. Управляющий Бука. Неправда. Я очень веселый, потешный тип. Управляющий Бука тебе. Смотри-ка, у меня модная светящаяся кошка. Где ты такое вообще видел, а? Нигде. Планетарий. Улитки, по-моему, ебутся. Нет.
Сношаются, простите. Я потом присмотрелся, думаю, нет, все равно ебутся. Какой красивый кит. Тувимские напевы. Тувимские народные напевы. Что? А! Все прогрузит, нормально. Крошечный рыжий кот, довольно милый. Снаружи настоящее море. Блин, прикольно. А почему планетарий-то? Это же не планетарий, а как-то аквапарк или как-то так. Нет, не аквапарк. По-другому называется. Короче, там, где аквариум, много рыб. Яркая стая рыб. У них огромные глаза. Некоторые звезды горят так же ярко, как солнце. А другие тусклы и бледны. Пыльная билетная касса. Ну ладно. Котейчи такие зырят. Они совсем не напуганы. А чё пугаться-то за рыбками наблюдать, ага? Насколько здесь глубоко? Наверное, очень. А почему я сразу сюда-то пошел? Может быть, стоило посмотреть, что у нас там? Блин, не знаю. Ладно, пойдемте посмотрим, что у нас там. Вернуться дело 3 секунд. Просто мало ли. Просто нас как-то сразу сюда направили. А, тут ни хрена, поэтому мы сразу сюда и пошли. Я понял. Все, не надо меня пилить по этому поводу. Сейчас дойдем. Я скрашу это время своим... Биби-издежом. Так. Котя? Какая большая котя? Ты что, не в духе? У коти, походу, зуб болит. Смотрите, у него щека раздутая. Беда прям. Дети, чистите зубы. Обязательно. Иначе будет как у кота. Серьезно. Раздуть так вот щеку. Потом еще хуже будет. Так, и это планеты. И нам надо расставить их в порядке. Судя по всему, расположение от Солнца. Но я хочу вам сказать, что мне сейчас придется гуглить. Потому что у меня в школе не было нахрен астрономии. Серьезно. Просто не было. Я знаю, что Земля это 3-я, по-моему, планета от Солнца, да? Угадал. Так, а это что, наверное, Марс? Красная планета. Нет. Ошибся. Подожди, а как это? Ага. Ошибся на 2? Тогда это не Марс, что ли, получается? А что, первая, что ли? На 3 ошибся. Я тебе говорю, в этом вообще, вообще не разбираюсь. На 1 ошибся. На 2 ошибся. Соответственно, вот здесь. Понятно, здесь можно по логике добраться. По логике можно добраться. Соответственно, это здесь будет. А, это хрень у нас, ну-ка. На 3 ошибся, нихера себе. Ебо-бо. Я ебо-бо. Угадал. Просто угадал. На все ошибся. Короче, последняя должна быть. Ребят, серьезно, на школе не было астрономии. Ну вот извините, вот в этом я ни хера не понимаю. Абсолютно. Абсолютно. И мне не стыдно в этом признаться, потому что это не мой пробел, а пробел образования. Не надо мне сейчас влечивать, блядь, про самообразование. Вот мне делать сейчас нехер, блядь, учить астрономию начальной школы. В жизни она мне теперь пригодится разве только что в играх. Ну пойдемте к стасходим, пойдемте. К стасходили. И... Некоторые звезды горят так же ярко, как солнце, а другие тусклые и бледны. И чё? А, подожди-ка. Значит ли это, что мы можем здесь яйцо, да, приготовить? Нет.
готово. Хорошая микроволновка. А ему там не жарко? Мяу. Какой аромат. Как раз к ужину. Мяу. Не беспокойся, я и тебе оставил. А как ты оставил кусочки? А, да? Мяу. Ты какой. Покормил котича, молодец. И это он, конечно, молодец. А, стой, это его воспоминания. Смотрите, колокольчик на шее у кота. И он, видимо, его кормит своей едой. Тормозком школьным. Те дни пролетели словно сон. Мяу. А? Как я? Как я оказался здесь, ты имеешь в виду? Я даже не знаю. Наверное, это божественная магия. Потеря близкого оставляет незаживающую рану. Согласен, на яйцо. Вот это яичница! А, так он кота накормил, смотри-ка что. Кажется, ему нравится. 9 из 10 рыжих котов толстые, а 10-й еще толще. Вот это шутка-минутка. Божественные шутки поперли. Шутки от самого Хайста. Спасибо за чудесный ужин, дитя мое. Прими эту монету в дар. Давай 30 серебряников. А, это золотая кошачья монета. В твоей помощи нуждается кое-кто еще. Я тебя туда перемещу. Снова? Ну, хорошо. Подожди, я... А, я здесь и был. А, здесь кот, да, здесь кот страдает. Здесь страдающий, маленький страдающий кот. Вот такой вот малыш просто. Вау, орёт как мой, зараза. Фу, блядь, у него червь в зубах. Я же говорил, надо чистить зубальничек. Эть. Чтоб такой херобазины не было. Ты посмотри, сколько червей у тебя в роте. А? Не забывай чистить зубы. Вас это тоже касается. Тоже вас это касается, в первую очередь. Мяу. Такой прикольный. Так. И что у нас здесь? Морское дно так безмятежно. Согласен. Пружинки какие-то. А, ну это типа джекбокс, или как она называется? Джек из коробки. Бля! Это монстр. Он несет сумку. Смотри, за ним супер яйцо. Мяу. И как мне до него добраться? Может, почесать его? Нет. Денег дать? Нет. Ну, потихонечку к ним пройдем. Нет, не зря. Так, подожди, а что мы имеем? Давай посмотрим. А, кота имеем. Пазл, что ли, надо собрать? Ну ты что делаешь-то? Ну ё-моё! Я ж по-хорошему с тобой. Котеич, блядь. Вот подонок, вот подонок. Ага. Серьезно? Косплеем Снейка из Metal Gear? Прикольно. Я Снейк из Metal Gear.
Запивай! Погнали! Хватит нахуй. Ладно, проехали. Ты что такое, маленький болванчик? Открылось. Так. 1, 3, 4. А что делать, если больше? Так, подожди, что будет? 4, 4, 8? А, брать можно только сверху, да? Ага. Угу. Я понял. Так. Ага. Блин, подожди. Угу. И должно быть 3 плашки, что ли? Так не может быть. А, может. Почему не может-то? Все может. Все может быть, что может быть. Так. Что-то, по-моему, какую-то херню делаю, не? Блядь, только верхнюю берет, понимаешь, что? Только верхнюю берет. Да, но я же могу использовать и другие для того, чтобы составить правильно картинку, да? Да. О, это будет непросто на самом деле. Совсем непросто. Это будет совсем непросто, блин. Так, чего у меня тут получается? 4-4 здесь вот лишнее. Ну так, так оно и было, блин. Так, ладно. Ай, блядь, не успел с паузы снять, короче. Ай, не успел с паузы снять, головоломку собрал, и она автоматически, как бы, ну, катсцена пошла дальше. Короче, там не обязательно, чтобы они все были заполнены. Можно, чтобы было 2. То есть там ставишь... Ну, короче, легко собирается в итоге. В итоге, когда не надо, ну, не все вот эти вот перезаполнить, а по 2 некоторые можно сделать, то там легко собирается. Рили легко. Оно очаровано музыкой из музыкальных шкатулок. И двигается в такт музыки. Блин, ну сейчас уже даже пересобрать ее нельзя, потому что здесь автосейвы работают. Я потом, если найду, короче, поищу решение этой головоломки и, наверное, вклею... Нет, не вклею, ладно. Не буду выебываться. Ноль внимания. Не могу разобрать мелодию. Да ты там хрен разберешь. А, яйцо надо забрать. Блин, так коряво вышло. Ну просто хотел урезать этот момент, чтобы вас не травмировать. И нажал на паузу. А я когда поставил последнюю фишку, там резко все замигало, как бы, и все, и картинка сменилась. И я прям только вот прям в кипише успел паузу снять.
Дико извиняюсь. Вот так. Ну и ну, я же... Что ты же? А? Воспоминания? Серьезно? А? Котеич? А он, походу, просто нашел где-то котенка, у него был котенок. Потом с ним что случилось? Да, на улице под дождем нашел. Не надо мне звонить, не надо мне звонить. Тем более, что я уже сейчас буду завершать серию. Чё опять не ходит-то ничего? Э! Серьезно? Чё не ходит-то? Ну капец, глючная игра на самом деле. Да я понимаю, что мяу, видишь, не идет. Когда я смогу забыть, избавиться от этого навсегда? Словно этого никогда не было. А? В яму в какую-то упал? Вместе с котом? А, он провалился! Почему-то катсцены глючат, я не знаю, что за беда. Не катсцены, а вернее, сами прогрузки глючат. То ли мне такая версия игры досталась, то ли еще что. Ох, а откуда в музее эта штуковина? И куда подевалась кошка? Здесь совсем нет света, а воздух сырой и холодный. Ну... Об этом мы узнаем с вами, ребятушки, в следующей серии. Не забываем проставлять ваши лайкосики, оставлять комментарии, заходите в группу и в телегу. Ссылочки в описании под видео, там ждет ссылочка на мою инсту. На сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами был Евгений или Матрикс. Всем пока-пока. Еще увидимся.